Днем медицинского работника! Добра, радости вам и вашим близким! Уважаемые друзья, с праздником вас поздравит Ирина Акукина. Встречайте! Районного исполнительного комитета Николай Аркадьевич Розов. Спасибо за ваш благородный и такой нужный труд, за терпение и милосердие, за заботу о людях, за спасенные жизни. Искренне желаю, чтобы у вас, дорогие медицинские работники, не иссякал живой родник человеколюбия и добра, профессиональной мудрости и творческой инициативы. Пусть радуют вас успехи в труде и благородные пациенты, благодарные пациенты, извините. Пусть вам самим не изменяет крепкое здоровье и оптимизм, мира и благополучия вашим семьям. С наступающим вас профессиональным праздником! Спасибо! Уважаемые коллеги, как вы уже слышали с этой сцены, здоровье – это главное богатство. И поэтому ваш труд был и остается востребованным и уважаемым. От всего сердца искренне хочу поздравить вас с наступающим профессиональным праздником, Днем медицинского работника. Пожелать вам каждому здоровья, благополучия в семье, мира и стабильности в нашем обществе, чтобы мы, медики, с наибольшей отдачей могли применять свои знания, опыт, умения для достижения главной цели – сохранения жизни и здоровья каждого человека. С праздником вас! Учреждение здравоохранения Воровская центральная районная больница Валентину Янцев Петелю. Чтобы ваш второй дом был наполнен безграничной любовью к своей работе, бескорыстностью и высоким чувством долга. И обязательно, чтобы рядом было с вами надежное плечо друга. Здоровья вам, вашим семьям, близким. Всего-всего вам самого-самого наилучшего. Я вас всех очень люблю. С праздником! Представляется председателю Воронского района объединения профсоюзов, председателю Воронского района организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» Елене Марьяновне Ястребовой. Нужно отметить, что государство уделяет колоссальнейшее внимание развитию здравоохранения.
И вы являетесь непосредственными свидетелями того, как укрепляется материально-техническая база в наших учреждениях здравоохранения, как создаются комфортные условия и для работников учреждений здравоохранения, и, конечно же, для тех людей, которые нуждаются в вашей помощи и в вашей поддержке. И, конечно же, в этот день хочется пожелать вам крепкого-крепкого здоровья, исполнения самых заветных желаний, чтобы были здоровы вы, были здоровы ваши родные и близкие, благополучия вам, вашим семьям. И чтобы мы могли приходить к вам только для того, чтобы с целью профилактики. Конечно же, сегодня хотелось бы выразить сердечные слова благодарности Александру Валерьевичу, Дмитрию Григорьевичу, руководителям учреждения здравоохранения, председателям первичных профсоюзных организаций Валентине Янне и Ольге Ивановне. Также представителям у нас еще есть одно учреждение здравоохранения, Республиканская психиатрическая больница Гатюнишки. Действительно, вот вы являетесь сегодня флагманом социального партнерства. Вы прикладываете все максимальные усилия для укрепления социального партнерства, для развития профсоюзного движения. И поддерживаете все инициативы, которые проявляют сегодня наши профсоюзные активисты в наших с вами учреждениях здравоохранения. Учреждение Бурновский районный центр гигиены и эпидемиологии Дмитрия Григорьевича Дервоедова. Празднование нашего профессионального праздника Дня медицинского работника от лица коллектива Вороновского районного центра гигиены и эпидемиологии и первичной профсоюзной организации Вороновского районного ЦГ. Желаю всем нам полного благополучия, неистребимого оптимизма, отменного здоровья, безграничного терпения и невероятной удачи. С праздником, дорогие друзья! С Днем медицинского работника! Я встану подлучше, я вымою душу, и топе покрепче, одежду на плечи, я выйду из дома красивый и новый. Я нравлюсь женщинам, не давай. Я нравлюсь женщинам, и отрицать нельзя. Я нравлюсь женщинам, я вижу если твой. А мне хотелось бы всего лишь ей одной нравится. Завтра оставлю вас завтра дурацкие мысли и поиски истин. Взрослый мужчина, какая причина могла появиться, что ночью не спится? Я правлю женщина, не говорят друзья. Я правлю женщина, и отрицать нельзя. Я нравлюсь женщинам, я вижу, если твой. А мне хотелось бы всего лишь ей одной нравится. Oh,
И снова в квартире на стрелках 4, и утро дымится, нет смысла ложиться. Дурная привычка влюбляться до края, но завтра по кругу я все начинаю. Я нравлюсь женщинам, мне говорят друзья. Я нравлюсь женщинам, и отрицать нельзя. Я нравлюсь женщинам, я вижу, если бой. Я нравлюсь женщинам, мне говорят друзья. Я нравлюсь женщинам, и отрицать нельзя.